Приветствую всех на канале «Современные родители». Мой новый обзор посвящен двухколесным велосипедам с боковыми колесами. Этот вид детского транспорта создан специально для обучения первым навыкам езды. Дополнительные колеса помогают удерживать баланс во время движения. Постепенно развивая координацию, ребенок может без них спокойно ездить, маневрировать и обходить сложные препятствия. Выбор товаров сегодня достаточно велик. Ребенку нужны красочные расцветки, аксессуары. Маме и папе главное, чтобы он во время езды находился в полной безопасности. В моем топе собраны лучшие предложения, которые есть в магазинах. Детям нравится внешний вид велосипедов, а родители уверены в их надежности и полной защищенности от травм. Подробные сведения о представленных сегодня моделях и их стоимость вы узнаете, перейдя по ссылкам под видео. После просмотра оцените мою работу комментариями и лайками. Подписывайтесь на наш канал, жмите на значок колокольчика. Я приступаю к обзору. Велосипед российского бренда Stealth Flight 16Z011 2021 подойдет для обучения и последующего использования без пары дополнительных колес. Размер стальной рамы 28 см. Она надежная и прочная, что гарантирует длительный срок эксплуатации. В модели предусмотрена одна скорость. Тормоз ножной педальный, что является стандартной опцией для велосипедов этой ценовой категории. Седло и руль регулируются по росту. Колеса с алюминиевым ободом оборудованы глубокопротекторными шинами для хорошей сцепки со скользкими покрытиями. Педали с рифленой поверхностью сделаны из пластика. Крылья длинные металлические, выполнены из нержавеющей стали. Седло пружинистое, удобное для ребенка. Амортизация жесткая, поэтому модель рекомендована для использования в городских условиях. В велосипеде установлена защита для цепи, багажник, звонок, светоотражатель. Изделия марки Stealth востребованы на рынке детских товаров благодаря проверенному качеству и надежности конструкций. Они соответствуют стандартам и показывают высокие результаты на испытаниях. Цены на велосипеды доступны большинству покупателей. Еще один несомненный плюс – это разнообразие расцветок, среди которых можно подобрать наиболее подходящую под свои запросы. Модель Flight 16Z011 требует дополнительной сборки после покупки. Согласно отзывам, она отлично показывает себя в городских условиях. Ребенку комфортно, конструкция крепкая, первоначальный внешний вид не теряется. Велосипед устойчивый, удобный для обучения первым навыкам самостоятельной езды. Велосипед Royal Baby Freestyle Steel 16 RB16B6 предназначен для ребенка ростом от 110 до 130 см. Он подходит для катания в городе и по пересеченной местности. Благодаря широким надувным колесам легко преодолеваются неровности, грунтовые дороги, песок. Модель обладает хорошей маневренностью. Ребенок без труда объезжает препятствия. Качественная стальная рама покрыта гипоаллергенной краской, устойчивой к царапинам и сколам. Ее заниженная форма обеспечивает быструю и легкую посадку. Цепь полностью закрыта защитой. Руль настраивается по высоте. Он оборудован нескользящими ручками, обеспечивающими удобный хват. В комплекте, кроме боковых колес, идут бутылочка для воды, держатель для нее и звонок. На руль выведены ручной тормоз переднего и заднего колеса. Сиденье эргономичной формы комфортно при длительных поездках. Оно регулируется до максимальной высоты 65 см. Широкие педали изготавливаются из специального материала, не дающего обуви скользить. В линейке представлены модели в нескольких красочных расцветках. Товары Royal Baby хорошо продаются за счет инновационных решений, функциональности и безопасности. Дизайн каждой модели уникален. Все используемые материалы соответствуют нормам безопасности и стандартам качества. При разработке производитель учитывает особенности детей конкретной возрастной группы. Поэтому велосипед Freestyle Steel 16 RB16B6 максимально удобен в управлении для водителей 4-6 лет. Родителям нравится хорошая комплектация, простые регулировки, современный дизайн. Модель Novatrek Twist 18-2020 рекомендована для детей с 5 лет до достижения роста 140 см.
Крепкая рама способна выдерживать интенсивные нагрузки. Она производится из конструкционной стали улучшенного качества. На цепи установлена защита, которая предотвратит попадание одежды или ног в механизм. Производитель установил в конструкцию ограничитель поворота руля. Такая функция очень полезна для неопытного ездока. Он предотвратит резкий поворот и травмоопасное падение. Широкие колеса обладают высоким накатом. Они мягко и бесшумно преодолевают неровности дорог. Сверху закрыты короткими стальными крыльями. В модели предусмотрен ножной задний тормоз, который моментально останавливает ее на любой скорости. Удобное седло обладает противоскользящим свойством. В линейке представлены модели для девочек и мальчиков. Они красочно оформлены, очень нравятся детям. «Новотрек» – российский велосипедный бренд, который выпускает яркие, стильные и качественные коллекции. Изделия производятся на отечественном заводе. Каждый этап сборки тщательно контролируется. Велосипеды соответствуют нормам и техническим требованиям госстандартов. В качестве комплектующих используется продукция известных производителей. Кроме всех перечисленных преимуществ, товары бренда отличаются доступной стоимостью. Покупатели высоко оценили продуманную сбалансированную конструкцию, в которой учтены требования безопасности, красивое внешнее оформление, износостойкие материалы. В топ-7 я включила высококачественный, надежный и удобный велосипед формат Kids 16-2021, который обладает многими достоинствами. Его конструкция спроектирована с учетом антропометрических особенностей ребенка 6-9 лет. Европейский стандарт каретки – проверенный временем подход, в котором установка чашки с подшипниками в раму осуществляется методом резьбового соединения. Стильный внешний вид сочетается с отличными потребительскими свойствами. Износостойкие покрышки Kenda Contact обладают высоким иммунитетом к повреждениям. Колеса снабжены двойными ободами Weinmann X-Star 18 с высоким запасом прочности. Велосипед весит всего 8 кг. Это объясняется использованием при производстве рамы алюминиевого сплава 6061. Она обладает высокой безопасностью посадки, что было подтверждено многочисленными тестированиями. Система V-Brake обеспечивает контролируемое торможение. Велосипед оборудован комфортным пружинистым седлом. Дополнительные колеса легко снимаются. Согласно отзывам родителей, они используются совсем недолго. Благодаря сбалансированности и устойчивости велосипеда, ребенок быстро переходит на двухколесную езду. Отечественный бренд «Формат» использует новаторские идеи при разработке своих изделий. Производство размещается в Перми и Тайване. Модели показывают хорошие результаты на международных выставках. Многие покупатели отдают предпочтение велосипедам этой марки, несмотря на не самый низкий ценник. Велосипед Stark Tanuki 16 Boy 2020 создан для эффективного обучения и безопасного катания ребенка с 4-летнего возраста. Для этого были тщательно продуманы дизайн и геометрия, чтобы удобство сочеталось с максимальной травмозащитой маленького водителя. Легкая алюминиевая рама обладает прочностью и надежностью. Тормоз ножной, педальный. 16-дюймовые колеса оборудованы одинарными ободами и покрышками Ванда с высоким уровнем защиты от проколов. Детское седло имеет поддерживающую ручку. Педали пластиковые с рифленой поверхностью. В велосипеде установлена цепь Тая, которая отличается высококачественной защитой от ржавчины и медленным износом. Мягкие накладки на раму и руль создают повышенный комфорт и делают дизайн модели более оригинальным и узнаваемым. Защита цепи и крылья выполнены из пластика. Стильное внешнее исполнение, большой выбор расцветок и привлекательная цена делают эту модель хитом продаж несколько лет подряд. Производитель выпустил отдельные коллекции для мальчиков и девочек, расширив ассортимент. Отечественная компания Stark проектирует велосипеды при участии спортсменов и инженеров. Детские модели разрабатываются по анатомическим параметрам ребенка определенной возрастной группы. Родители довольны надежностью сборки и качественными деталями. Велосипед Tanuki 16 Boy производится в разных цветовых сочетаниях. Он хорошо проходит препятствия, устойчивый, не тяжелый, помогает в быстром освоении двухколесной езды. Модель поставляется собранной на 80%. До установки деталей занимает небольшой промежуток времени.
Велосипед Schwinn Coin 16 отличается особой геометрией рамы с вынесенной вперед кареткой. Это помогает ребенку легко удерживать баланс при обучении езде. Модель подходит для возраста 3-7 лет. Седло и руль увеличиваются по высоте. Кроме этого, руль еще настраивается по углу наклона. Полноразмерная защита цепи исключает попадание в механизм одежды. Надежные ободные тормоза обеспечивают полный контроль на дороге. На колеса установлены покрышки KITS 16 на 2 и 125 дюймов. Велосипед оснащен жесткой вилкой Schwinn Rigid Steel. Ручки не выскальзывают, диаметр идеально подходит для комфортного и надежного хвата. Прочная рама устойчива к внешним воздействиям. Анатомическое седло выполнено в стильном дизайне. На нем расположена удобная родительская ручка. Американскому бренду Schwinn уже более 120 лет. И все это время компания специализировалась именно на велосипедах. При конструировании и производстве детских линеек используются все взрослые технологии. Модели легко управляемые, пропорциональные и не ломаются. В комментариях к покупке отмечается, что велосипед Schwinn Coin 16 отвечает заявленным характеристикам. Он легкий, быстро разгоняется, хорошо обходит препятствия, все функции очень удобны для малышей и детей постарше. Высокое качество видно даже в небольших деталях, поэтому родители рекомендуют этот велосипед к покупке. Велосипед Forward Meteor 12 2020 предназначен для самых маленьких водителей возрастом от 1,5 до 3 лет. Конструкция характеризуется стальной рамой Hi-Ten, жесткой вилкой, ножным педальным тормозом. До того, как ребенок научится ездить самостоятельно, можно применять удобную родительскую ручку-толкатель. Затем она убирается, как и дополнительные боковые колеса. В модели предусмотрен багажник и мягкая накладка на руль. В переднюю корзинку можно складывать различные мелочи. Рулевая система снабжена ограничителем угла поворота. Для защиты от грязи на колеса установлены металлические крылья, а на цепь – полноразмерная накладка. Изделия марки Forward выпускаются на заводе, где раньше производились велосипеды Кама. Собственное конструкторское бюро проектирует рамы, исходя из потребностей и физиологических особенностей детей. Модели отличаются хорошей сбалансированностью и позволяют быстро освоить езду. Комплектующие закупаются у известных производителей за рубежом. Некоторые детали делаются самостоятельно. Предпродажная подготовка каждой единицы включает тестирование на специальном оборудовании. В ходе испытаний велосипед подвергается усиленному давлению, которое превышает нагрузки в обычных условиях эксплуатации. Высокие оценки покупателей говорят о хорошем качестве, практичности и функциональности модели Meteor 12. Доступная цена – еще один ее плюс. Я, как и многие родители, тоже рекомендую обратить внимание на этот велосипед. На этом обзор лучших двухколесных велосипедов с боковыми колесами завершен. Напоминаю, цены на них есть на страницах, куда ведут ссылки под видео. Рекомендую стать подписчиком канала «Современные родители». Постоянные сложные дилеммы, что лучше выбрать при покупке, останутся в прошлом. С нами вы будете знать, на какие товары стоит обратить внимание. Включайте уведомления, жмите на знак колокольчика. Пишите в комментариях, какие темы наиболее актуальны и интересны. Буду признательна вашим лайкам. Я с вами прощаюсь до нового выпуска. Всем пока!